тем трем основным направлениям наблюдается некоторая неэффективность и отсутствие соответствующей реакции. Когда вводят санкции на поставку запчастей на самолеты, когда отнимают самолет, это прямо связано со здоровьем людей, с угрозами их жизни, им наплевать. А когда резервы Центрального банка, вообще никто не мог подумать, с тем, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применять. Это просто воровство. У меня вопрос касается постсоветского пространства с учетом происходящих изменений. Смею вас заверить, и правительство, президент этому регулярно, постоянное внимание уделяет, работа в рамках Евразийского экономического союза идет, и в рамках СНГ, там зона свободной торговли, все-таки.